Останови их! Похорони их заживо! Thank you.
бесстрашные герои, ваша навязчивость ускорила развязку. Вы не слышите громыхание костей и скрежет стали за вашими спинами? Это предвестники скорой погибели. Герой, мы будем сдерживать нежить до последнего вздоха. Сразитесь с повелителем плети! Кто бы мог ожидать такого от черни? Когда я с вами покончу, клинок господина насытится вашими душами. Умрите! Я не подведу короля лича! Идите ко мне и встретьте свою смерть! Меня переполняет мощь! Иди, уничтожь этого глупца! Кто мы, как не рабы вечного страдания? Я не верю своим глазам. Ледяная скорбь перед нами безо всякой охраны. Как и говорил гном. Вперед, герои! Я думала, он никогда не заткнется. Но Синдрагоса заставила этого болтливого дурня умолкнуть. В залы отражений, герои! Боль снова захлестывает меня, когда я вижу так близко меч, отнявший у меня жизнь. Я не смею его коснуться. Назад! Отступите, я попробую установить связь с мечом. Возможно, спасение находится внутри. Осторожней, девочка. Однажды мне уже говорили, что этот проклятый меч может нас спасти. Посмотри вокруг, и ты увидишь, что из этого вышло. Утор! Утор светоносный! Как? У вас мало времени. Король Лич видит все, что видит ледяная скорбь. Вскоре он будет Король здесь. Король Лич здесь? Значит, моя судьба решится сегодня. Вам не победить короля Лича. По крайней мере, не здесь. Глупо и пытаться. Он убьет твоих соратников и воскресит их, как воинов плети. Но что до тебя, Сильвана?
Он готовит тебе участь еще страшнее, чем в прошлый раз. Должен быть способ. Возможно, но знай, король Лич должен быть всегда. Даже если вы убьете Артаса, кто-то обязан будет занять его место. Лишившись правителя, плеть налетит на мир, как стая саранчи, и разрушит все на своем пути. Кому по силам такое бремя? Не знаю, королева Банши. Если бы не Артас, который все еще является частью короля Лича, плеть давно бы уже уничтожила Азерот. Увы, единственный способ одолеть короля Лича — это убить его там, где он был порожден. Ледяной трон. Да. Он приближается. Вы должны... Замолчи, паладин. Так ты хочешь поговорить с мертвыми? Нет ничего проще. Фалрик, Марвин, когда закончите, принесите их тела в мои покои. Как пожелаете. Как пожелаете, мой господин. Господин. Солдаты Лордерона, восстаньте по зову господина. Ты так просто от меня не уйдешь, Артас. Я отомщу тебе. Я не повторю прежней ошибки, Сильвана. На этот раз тебе не спастись. Ты не оправдал моего доверия. И теперь тебя ждет только забвение. Ждать.
Делоре де Ланаро. Салама Ашала Норе. Как настроение?